Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Калисто Протокол у нас на канале. Продолжаем играть. Значит, в прошлой серии очистили резервуары и в какую-то подсобку, по-моему, мы зашли. Да или нет? Нам надо добраться до диспетчерской. Погоди. Не, не то. Так, ясно, я, наверное, не то гляну. Погоди-ка. Ну да, глянул я. Блин, не тот ролик, чтобы вспомнить, на чем я остановился. Короче, мы по тоннелям прошли. Как раз вот этот ролик по тоннелям. Только сегодня я его выложил. И вот сейчас записываю следующий. Продолжаем мы добраться до диспетчерской. Продолжаем, короче, дальше играть. Точно, мы пришли тут, у нас бойня такая была, бла-бла-бла, патронов нет, ни хрена нет. Девка нам тут говорит, давай быстрее. А быстрее куда? А быстрее куда, она нам не говорит. Вот прохожу сейчас 3 игры. Весь день там будешь торчать. Так ты скажи, куда идти? Ты вообще где? Ты же спустилась. Блин, хреново здесь, как что, как в Dead Space нету. Вот тебе показали, куда валить. Тут же карты нет, нифига нет, о, блин. Так, ну кредиты Калисто тоже хорошо. Открыть ворота при помощи кода. А знак же теперь еще какие. Ну, я так понимаю, внизу. Ворота внизу. Поэтому идем вниз. Так, гараж у нас тут какой-то открыт. Не, подожди, он у нас и был открытый. Да-да-да, еще ниже нам просто надо. Так, ну эти ворота закрыты. Короче, она куда-то ушуршала. Девчонка-то наша. Работаю, блядь, займись, сделал. Я бы с удовольствием. Вот просто я не знаю, куда идти. И понимаешь, ты бы подсказала бы мне, куда мне нужно. Я бы пошел бы, все бы открыл. Прям вот, прям как ты скажешь. Просто не совсем понимаю, куда. Здесь все заперто. Открыть ворота при помощи кода. Она отсюда откуда-то отстреливалась, насколько я понимаю. Блин, я опять где-то что-то пропустил. Я что-то... Погоди, кажется, я понял. Да.
Проклятие. Вторая диспетчерская, кажется, напротив. Чтобы открыть ворота, нужно активировать панели в обеих. Надежная защита, логично. Ладно, давай туда. Беру на себя первую панель. Постарайся, чтобы тебя не замочили. А, давай туда, это куда? Короче, где-то еще одна диспетчерская напротив. А что, у меня всего 4 боеприпасов? У меня же 20. Так, подожди, сейчас у меня... Чего у меня тут только нету, да? У меня 4 в дробовике стоит. А как изменить? Блять, я забыл все кнопки. Я говорю, хреново играть в несколько игр сразу, потому что... Потому что это... Ну ты понимаешь. А, блядь. Так, вот, пистолет на единице. Реально все позабывал. Так. Ну да, карты здесь точно никакой нет, я помню. Так, нам где-то открылись ворота. Она сказала напротив. Где-то же тут еще была, по-моему, дверь. Базара ноль, ты тут, конечно, делом занимаешься, да. Слушай, ну тут закрыто везде все. Ну да, здесь как в Калиста не получится пройти все быстро. Тут такая игрушечка, она неспешная. Тут надо походить, побродить. Понять, куда тебе идти. Хотя, по сути... Блин, она коридорка, она же не открытый мир. А против это вон туда. Так, вот эта дверь не открылась. Здесь смотрим. Что у нас есть? У нас 898. Что мы можем продать? Блок аккумуляторов силовой перчатки нет. Новый расшифровщик. Вот этот, наверное, мы можем продать. Он же нам нафиг не нужен. Ну что с ним будем делать? Так, а теперь смотрим, у нас есть, есть дробаш, блин, устойчивость, емкость магазина и разрывные пули. Тут небольшой урончик. Так, есть у нас так, палка, давай посмотрим, что, что у нас тут по палке. Урон с блока. Урон еще больше. Я бы палку увеличил, но надо 2700. Перелом при блоке 900. Увеличивает вероятность попадания в голову после завершения комбо.
Так, ладно, допустим, а пистолет у нас тут что? Урон 500. Вот пистолет урон увеличиваем тогда. Тут косарь 800 надо тоже для урона. Ну, все хорошо. Делаем потом. Так. Ну, собственно, нам туда. Но нам куда-то сюда. Плюс парка транспорта номер 108. Разгерметизация. Да, мне же надо на улицу. Мне нужно следующий. Смотри, говорит, пока не сдохни. Блин, по-моему, его ели. Ели его неплохо. А если их будет здесь столько же, сколько, блин, их было в прошлом блоке, где там с девчонкой мы отбивались, то это, блин, будет, конечно, капец. Я один с ними не справлюсь. А я говорил. А я знал, ну как, предчувствовал, что эта собака там будет. Эх, пойдем потихонечку. Надо пройти через те ворота. Так, там в клетке. Блин, что тут мало всего дают, как клепали. Открыть комнату охраны при помощи предохранителя. Так, пойдем сначала посмотрим. Что тут у нас есть? Ай, запрыгнуть не можешь? А, ежи у нас тоже.
Так, предохранитель для ворот есть. Я того бы грохнул бы, наверное. Как ты думаешь? А, типа нельзя, что ли? Блин, потратил 2 патрона. Хер с ним. Сейчас он их всех освободит. Ну как всех? Он тут вроде пока только одного, вот я вижу. Ясно. А что ясно? Ясно, что не сработало? Что я могу поделать? Так, открыл здесь, да? Открыл вот здесь. Блин. Вот это уже. Вот это уже страшно. Получается, я открыл себе коридор. Скорее всего, я сейчас иду не туда, куда мне надо. Я просто хочу осмотреть. Блин, здесь лифт, что ли? Нет, в лифт я пока не пойду. Давай пойдем посмотрим, что у нас с той стороны. Так, здесь мы куда-то вниз можем спуститься. Так, ну здесь у нас клетки, ясно. Импакт нашли. Пошел ты нафиг. Тебя через решетку убить нельзя. Плюнуть только в тебя можно, блин. Так, у нас еще вот здесь что-то есть интересненькое. Патроночки. Ну хорошо, пошли на лифт. Жми. Так, жми. Нет, что ли? Я сейчас не понял. Не срабатывает. Обстань тоже. Но не жмет. В чем беда? Больше некуда идти. Лифт, электростанция. Может, потому, блин, энергии нету, но я хер его знаю. Она не горит, да, даже то, что можно нажать. Слушай, а сюда предохранитель не нужен? Ну, вряд ли, да, работает же. Пошли, ладно, в другое место куда-нибудь. Больше некуда.
Он сказал, ему ясно, подожди, ладно, давай смотреть, что по заданию. Блять, добраться до диспетчерской. Он такой говорит, ясно. А в итоге-то ни хрена не ясно. Блин, с этой игрой глюков не было. Больше нифига не открывалось. Идти-то особо некуда. Блин. В этом коридоре я все обошел. И получается, я открыл вот эти две двери. У меня есть возможность пройти к лифту. Но лифт не срабатывал. Не срабатывает лифт. Бля, тут нигде нету, куда можно залезть. А тут я за клетками, получается, прохожу. И что толку-то? Так, подожди, вот здесь что-то открылось. Так, ну вон я там консоль вижу. Нужен код доступа. Стоит осмотреться. Ну понятно. Хорошо, давай поосматриваемся. Вроде звуков никаких не слышно таких, которые прям. О! Как он там оказался? Можем открыть. Закрыто. Где, суки? Так, там харчок бежит. Так, блин, как он попадает? А он меня даже не видит. Где он? Где эта собака? Блять, и перчатка закончилась.
Кредиты, кредиты, дайте патроны, блин. Так, что, еще кто-то остался? Так, преобразователь энергии. Да вроде бы нет, да? Может, не сюда наверх? Еще надо сходить. Так, ну здесь наверху, вот сюда. Так, здесь ничего не работает. Так, а вот здесь патрончики. А там не открывается. Вон там. Ну, возможно, потому что эти тут твари ходили. Я добрался до второй диспетчерской. Долго добирался. Я готова, если ты готов. Знаешь что, дамочка? Долго-недолго, ты же не знаешь, что тут у меня было. Какого хрена ты ворчишь там? Открыть ворота, ну это понятно, что надо открыть ворота. Так, здесь у нас заперто, возможно, откроется после открытия ворот. 1400 у нас здесь. Продать мы нифига не можем. Нам все надо. Преобразователь энергии какой-то. А какой энергии? Может, эта херь продается как раз таки? Давай продадим. А эту нет, нельзя продавать. Но ее надо использовать, кстати. Хотя вроде тут перчатка со временем заряжается, да? Ну пойдем попробуем тогда, что, ворота открыть. Три, два, один. Ладно, я подгоню снегоход. Встретимся снаружи. Ты уж постарайся, блин. Как ее звать? Дэнни ее зовут, да? Во внутреннем дворе нам нужно будет ее найти. Побег из этой тюрьмы от самого себя. Они оба несуществимы. Единственный путь к свободе – находиться внутри нас самих. Лишь познав себя, можно исполнить свое предназначение. Да пошел ты нафиг, директор черной жести. Иди отсюда. Фу на тебя. Вообще ты мне не интересен. Так, шлюз внутреннего двора. Расшифровщик, блок аккумулятор. Расшифровщик стоит косарь 200, по-моему. Так. Открой. Что, все закрылось? А нет, я сюда не хочу.
Я просто отошел назад, что тут вот эти хрены стоят. Нет. Я думаю, что их надо грохнуть. А то какая-нибудь собака сейчас оживет. Патроны не буду тратить я. Блин, или не оживет. А я сказал, что какая-нибудь сука оживет. Так, ну эти вроде не оживают, да? Эй, толстячок, он даже не развалился. Наверное, зря я их бью, потому что как только я, допустим, подхожу к какой-то хрени, которая должна жить, она в принципе оживает. А эти как стояли, так и стоят. Патронов хотя бы немножко под нас собираем. Просто как бы они бы сзади не ожили, вот это бы не хотелось. Хотя, видишь, этот стоял до конца. Так, ну что, немного, да, осталось? Четверо. Ну что, из этих четверых есть кто живет? А кто-то там, по-моему, рычит. Джейкоб, сюда! Сейчас, погоди. Подожди, я еще не все собрал. Или все. Ладно, ну нахер, там, по-моему, их много. Залезай. Бррр, замерз. Поехали. Печку включи. И не дергай так рукой. Ничего не видно. Так, не смей со мной разговаривать. Что за дела? Остановись, мы почти на месте. Доедем, не доедем. Ты едь по дороге, мать. Ангар в другой стороне, я знаю. Ну, тогда куда ты двигаешься? Я сейчас вернусь. Чего, блин? Подожди. Ты куда, блин? Вернись нахрен. Боже. Это мой корабль. Эй, Дэнни. Мы что здесь делаем-то? Я своими глазами хочу убедиться. Убедиться в чем? Следовать за ней, да? А бежать я не могу? Бежать я не могу. А почему? Дэнни, какого хрена ты делаешь?
Короче, бежать он не может, он здесь идет только. Я шифтую, нет, бесполезно. Мать твою, там мой корабль, тут Макс сидел, да? Макс же его зовут. Дэнни? Дэнни, ты где? Ну вот мы, блядь, еще бы в прятки не играли здесь, а. Какого хрена там что-то падает? Где тут хер, где пройду? Блять, вот она. Здоровье 35, окей. Здоровье нам не помешает. Э, ты на что тут делаешь, бля? Что там? Медикаменты? Херня, открывай. Зачем? Я так сказал, мы никуда не поедем, пока не откроешь. Ладно, сейчас. Что? Ну да, как я и сказал. Но согласно записям, ты осуществлял, короче, какую-то там поставку неправильную. Никаких отговорок, я знаю, что к этому придет. Слушай, я не причастен к тому, что произошло в Европе. Никакую нахрен контрабанду я не перевозил. Да что с тобой такое? Да этот имплант, с ним с ума сойти можно. Почему не сходится? Но я все выясню. А пока лучше соберись. Кто-то должен увести нас отсюда. Давай, ладно, поехали. Ну, поехали. Доедем. Куда? А что ты ожидал найти? Биооружие. Я отследила его путь с Европы сюда. Моему кораблю? Думала, что так. Впереди диспетчерская. Приготовься. Ну тут хотя бы потеплее, я думаю. Позвольте первым приветствовать вас на Калиста. Это мой долг как начальника черной жести. Вы прибыли в интересное время. Грядет восхитительное будущее. Пошел в жопу, начальник тюрьмы Коул. Так, ящиков никаких нету. Знаешь тогда, зачем ты так с Элиасом? Я торопилась, не было времени на передачу данных. Мне нужна любая информация о том, что здесь происходит. Ты просто вырвала имплант. Ты такого не делал, что ли? Не с теми, кого я знал. А ты точно его знал или только использовал, чтобы сбежать? Что заперто? Открывай. Корабль находится на орбите, я активирую удаленный вызов. Активирую. Из соседней комнаты можно добраться на лифте до посадочной площадки. Ага, оттуда мы отправимся. Я знаю. Круто. Магазин есть? Вызову лифт. Вызывай. Блин, инвентарь заполнен, зашибись.
Ну ладно, что ж теперь? Грёбаный робот. Только посмотри на эти тела. Они всех убивают. Видимо, кто-то пытается скрыть, что здесь происходит. Займет минуту. Осмотрись, попробуй найти что-нибудь. А у меня, блин, инвентарь заполнен. Дамочка. Кто-то тут еще у нас. Инвентарь заполнен. Минута не прошла, между прочим. На месте. Без тебя я бы не справился. Я знаю. Ты не слишком-то удивлена. Чем? Происходящим. Какая бы хрень ни случилась. Видела нечто подобное раньше. В Европе. Европа? А все сказали, это твоих рук дело. Пропаганда, Аид. В жизни не все то, чем кажется. Какой-то груз, который, как ты думала, я вез. Возможно. Хочется так думать. Вот он. Еще две минуты. Как раз вовремя. Он намного больше моего старого корабля. Умеешь им управлять? Я могу управлять чем угодно, особенно если мы на этом улетим отсюда. Мне кажется, хрена с два. Что ты делаешь? Это не я. Нет, но мы должны принять то, чем не в силах управлять. Хотя я восхищен, что вы так далеко зашли. Все же у вас есть потенциал. Мистер Ли, мисс Накамура, ваше путешествие продлилось особенно долго. Самой Европы. Кто-то сказал. Боюсь, что на кону стоит слишком много. А протокол нельзя нарушать. На этом ваша жизнь оборвется. Знаете, я вас уважаю. Только собьет корабль, сука. Живо, 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 давай. Джекоб, Джекоб, бля, хватайся! Не могу удержать! Так, а куда мне надо? Мне надо сюда попасть? Или наоборот не надо? Епта! Вот это, блядь, полет! Я думал, мне хана. Дэнни? 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 Это херь какая-то, это не она.
Но тут его опять заглючило. Под землей. Джейкоб. Джейкоб. Джейкоб, блядь. Давай, нам пора. Скорее, все осыпается. Бля, где мы находимся? Я не знаю. Стой, погоди. Консоль еще работает. Боже, это Аркас. Что? Что это? Аркас. Исходная колония, поверх которой потом построили тюрьму. Исходная или исходная? Поблизости есть лифт. На нем можно добраться до транспортного узла. Затем пересечь колонию и вернуться в черную жесть. Обратно в черную жесть? Нет уж, хрена с два. Мы чуть не сдохли, пытаясь выбраться из черной. Лишнее побеги, Джейкоб. Об ответах. Зачем начальник тюрьмы уничтожил свой корабль? Я не знаю. И как это связано с Европой? Мы просто хотели провернуть очередную работенку. Это безумие. Я знаю. Но какой у нас выбор? Пойдем. Здесь небезопасно. А что случилось с исходной колонией? Ее забросили, как и Калисто. Пока здесь не построили тюрьму, у Юг же надо как-то зарабатывать. Удивлен, что питание работает. Эти старые ядерные генераторы делали на века. А, звучит, как будто ангар все еще рушится. Ага. Лифт прям по курсу. Ты залезешь? На карте был служебный проход несколькими уровнями ниже. Может, так быстрее окажемся в колонии. Надеюсь, что этот твой план нас обоих не прикончит. Становится хуже. Надо спешить. Мы на месте, верно? Ага. Но я не вижу лифта. Черт, он сломан. Надеялась, что нам повезет. Но здесь все на части рассыпается. Что ж, должен быть другой путь вниз. Давай его найдем, пойдем. Так, ну вот, сохранка прошла. На этом заканчиваем ролик. И продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.